Всем добрый вечер, точнее уже спокойной ночи. Я пришла с работы, покушала вкусного супчика, Нина сварила, между прочим. Ой, спать захотела. Надо же, неожиданно для меня спать захотела. До этого я не хотела спать. Думала, сейчас видосик поснимать. Вот. И лечь отдохнуть. Еще успела мажора посмотреть. Сегодня воскресенье, повторяли его. А вот. Сейчас все спят. Хотите покажу? Сейчас покажу. Вот Нина спит. А там и Куся спит. Конечно, телевизор включен. Мы спим с включенным светом на всякий случай, потому что у нас светильника пока нет, еще не купили. Вот, я хотела с вами поделиться. У меня такая, не знаю, какая-то вот в последнее время какая-то легкость внутри себя. Вот, и я не знаю, с чем это связано, но это так круто. Короче, бред какой-то записываю. Ладно, завтра утром новое видео запишу. Все, спокойной ночи, я пошла отдыхать. Мозг мой не соображает, что говорит. А это все-таки видео, наверное, выкину в ютубчик. Просто, что было бы, что было. Вот, надо допить чай мне. У нас, кстати, кружка появилась новая. Вот. А сейчас, она грязная, я кофе пила. Сейчас еще одну кружку покажу, которую мне девочка подарила кружку. Ну, еще в прошлом, когда мне подарки дарила девочка, я вам рассказывала. Вот. Эту кружку мне 2 года назад подарили, когда я, короче, на улице осталась жить. Вот, надо ее помыть. Ну, все подарки, конечно же, я вам не буду показывать. А так, в принципе, все супер. Открывашка еще есть. На столе лежит. Ой, столько грязной посуды вот здесь. Надо мыть это все, ложиться отдыхать. Я уже тушь растерла, видите, по лицу вся тушь. Ну, глаз зачесался, и я растерла тушь. Надо умыться, искупаться или спать. Завтра тяжелый день, завтра у нас на работе собрание будет, наверное, как всегда, часов до 11 вечером, с 8 до 11. Вот так вот. Блин, что-то еще хотела рассказать или показать, я уже не помню, мой мозг не соображает. Ой. Сейчас, я вспомнила. Короче, работаю, если не работаю. А мы с девочкой, ну, давно с этой работали раньше, вот, и она живет недалеко от моей парикмахерской, где я работаю, и я работаю, работаю, и бах, она приходит, а я ее последний раз видела, когда ее в декрет провожали, Лариса, Ларисочка, привет, моя девочка, я очень соскучилась за тобой, я очень рада, что я тебя сегодня увидела. Ты такая красотка, я тебя обожаю, ты лучшая, просто моя золотца. Ну, еще ко мне там другие со старой работы приходят на стрижку, подстригаться именно ко мне. Это так радостно было, это такой какой-то восторг, я объясню. Вы знаете, такое ощущение, что ты работаешь с человеком не полгода, там, а больше, да, времени. Вот, общаешься с ним, общаешься, и потом бах, он уходит, куда-то вы теряетесь, и тут бах, сразу, через некоторое время она приходит. Это как будто бы с родного человека увидела, думаешь, блин, как я соскучилась за тобой. Вот, это то же самое. Так радостно было тебя сегодня видеть. Лариса, если ты видишь это видео, я безумно рада тебя видеть. Я, когда устраивалась в эту парикмахерскую, я знала, что ты живешь в этом районе. Я ждала, пока я тебя тут увижу, прикинь. Я ждала, я дождалась. Спасибо, что ты пришла, еще не одна, со своей доченькой. Всего вам самого наилучшего. Вот, у меня память закончилась. Сейчас смонтирую быстро видос и пойду спать. Короче, сегодня день. Блин, видосы
половину удалила, память заканчивается. Вообще, я говорила про то, что день сегодня какой-то непонятный, какой-то знаковый для меня, какой-то легкий. Я, в принципе, я на работе не устаю. Ну, вообще, такой крутой день. Мне сегодня на работе 6 раз сказали то, что я красавица, то, что, ну, в общем, куча всего наговорили. А вот. Так приятно, вообще классно. И вот эта вот неожиданная встреча с тобой, Ларис, вообще бомба, вообще кайф, я не знаю. Я обожаю тебя, спасибо, что ты приходишь ко мне. Ой, ну, уже в дальнейшем будешь приходить, спасибо тебе большое. Я очень ценю это, вот я тебе серьезно говорю, я очень ценю то, что я тебя сегодня увидела. Прям вообще огонь, ты мой огонь пламенный. Вообще кайф. Вообще, у меня же много знакомых, да, в Ростове. И было бы круто, если бы вы приходили, и я вас подстригала бы. Вот. Как бы так. В общем, вы задумаетесь, если меня кто-то там из знакомых смотрит, вы задумаетесь над тем, чтобы прийти ко мне в салон. И чтобы я вас подстригла, между прочим, я одна из лучших. Мне сегодня тоже это сказали. Так что имейте в виду. Все, я, короче... А, вот, я ж про день рассказываю. День сегодня фантастический. Я не знаю, я сегодня как дурочка хожу, улыбаюсь. Хотя я знаю, с чем это связано. Это, короче, гормоны... И критические дни, это все вместе как-то связано, походу. И я как дурочка хожу, улыбаюсь всем подряд. Мне все время говорят, что ты это улыбаешься и так далее. Ну, в общем, неважно. Да, вон детское питание на стоит. Вот. И это такой вот, короче, какой-то сегодня день такой крутой. Мне так это все нравится. И завтра, кстати, будут сниться вещи и сны по астрологии. Если хотите, ну, имейте в виду, просто так, на секундочку я вам говорю. Это я у девочки одной вычитала, то, что Луна там с одной планеты входит, Луна, короче, входит в знак рыбы. И вот соединение там происходит, и, короче... Цикл новый происходит, и во время этого цикла можно желание загадывать, ну и так далее. Всякая фигня, вот, которая сбывается. Ну, это мне сейчас сложно сказать. Вот, пока сложно. Но в дальнейшем я планирую чем-нибудь таким вот... Вообще, я задумалась о том, что развивать в дальнейшем свой потихоньку канал, потому что... Ну, потому что мне хочется... какую-то, что ли, славу, чтобы что-то было у меня, вот. Ну, ладно, не будем забегать в дальние планы. Короче, я уже 3 минуты вам тут фигню всякую морошу. Пошла я спать, сейчас посуду помою, искупаюсь. Еще, короче, 3 дела нужно сделать. Вот. Ну, все, мои дорогие, доброй ночи. Вас обнимаю, целую и пока. Всем прекрасной любви ночи. Господи, Ксения.